Шалом. Недавно прочитал одну притчу. Это тронуло мое сердце. Любовь и разлука стояли у края поля и любовались молодой парой. Разлука сказала: спорим, разлучу их. Любовь говорит: давай, только дай мне возможность первой войти как бы в этот момент. Хорошо. Вот любовь подошла к ним, дотронулась каждому. И в их глазах пробежала искра. Разлука подошла, увидела эту искру в глазах и говорит: нет, сейчас не время. Я приду позже. Вот она приходит позже, когда у молодой женщины рождается маленький ребенок. Муж приходит домой, и вот она говорит: сейчас мой выход. Она переступает порог, и вот заглянув в глаза, она увидела благодарность. Она была разочарована, но говорит: еще не пришло время. И вот она приходит позже, когда дома уже несколько маленьких детей. Они создают такой шум. Муж устал и приходит с работы. И жена, которой валится все из рук, разлука, говорит: о, вот сейчас мой выход. Но заглянув к ним в глаза, она увидела уважение и понимание и пошла восвоясь. Не пришло еще время. И вот проходят годы, дети уже выросли, седой отец наставляет их, учит. Мать на кухне готовит шницель, заходит разлука и говорит: сейчас я добьюсь своего. Но заглянув к ним в глаза, она видит доверие. Разлука приходит через годы. Дом, камин, у него греется старенькая женщина. С грустными глазами вокруг внуки. Дети, которые уже обрели семьи. Разлука говорит: ну сейчас в этих грустных глазах я найду себе работу. Но вдруг эта старушка поднимается и выходит из дома. За ней в припрыжку радостно идет разлука. Старушка заходит на кладбище, подходит к могиле, начинает плакать. И разлука, вздохнув, опустила руки и говорит: да, сейчас в ее глазах память. Дамы и господа, это грустная такая притча, но очень жизненная. Она говорит нам про совершенство, к которому надо стремиться в семье. Все эти перечисленные вещи: благодарность, уважение, понимание, доверие и память. Эти вещи очень важные в нашей жизни. Это все, может быть, называется любовь. Шалом, шалом.